Чего? В общем, всем привет, ребят, меня зовут Север, это уже 20-я серия прохождения Rock Mobile, юбилей. Давайте его приручим. Один бальзам и один кусок меда. Вообще, я искал мозазавра для приручения, потому что мне его до сих пор нету, я его ни разу не приручал. А тут, пожалуйста, вот так подфартило. У меня еще какой-то эффект, и ты более удачливый, что ли, называется. Не могу дословно перевести. Потому что знания моего английского бездарны. Он довольно-таки медленный, как я заметил. И, возможно, он сейчас получит мощнейший пизд. Короче, как я понял, вот этот вот Леопривродон, или же, как я его называю, медоед, приручается всего лишь на 30 минут. А так, что по урону у тебя, малыш? Урон у него капец какой слабый, около 90 вроде как, даже меньше может быть. Единственное, что он дает, это, скорее всего, эффект удачливости, можно сказать, на пока он живой, а если ты отошел из его радиуса действия, то остается на 5 минут. Это я уже проверил. Мне вот что интересно, если у тебя, например, первая специальная атака, потому что второй нету, я проверил уже. Нет, у него просто атак, и вот так он прикольно светится. Ну, если честно, так себе. Вот что интересно, мне бы еще хотелось... Давайте сейчас прививочку сделаем. Мне бы еще хотелось проверить, криоподится ли он, чтобы он у меня был как бы в криоподе. Потому что если он приручается на 30 минут, то, в принципе, какой от него смысл? Если, да, можно сказать, как бы достижение, но то, что он у тебя когда-то там был, это не то. А если он будет у тебя валяться в криоподе, то, в принципе, это уже достижение. В общем, ладно, давайте его домой отведем. Смотрите, тут, короче, подарок валяется. И теперь вопрос. Это эффект удачливости, так скажем, Water Foundation. Ага, это что-то по типу премиум предмета из данжа. Ой, только давай не сейчас лагать, я только в игру зашел, не надо, пожалуйста. Скорее всего, это эффект удачливости, потому что подарки уже давно не раздают, так как я не сплю ночью, именно в игре. Хотя, конечно, было. Недавно вот не спал одну ночь в реале, но не суть важно. В общем, летал я по острову, по всему острову ночью, ни одного подарка не было. Значит, скорее всего, это эффект удачливости. Слушай, я делал перепрокачку своего персонажа, и я прокачал скорость крафта. И вот что интересно, если мы скрафтим какой-нибудь предмет, он будет более хороший с этим эффектом, или же говно. Давай это проверим. Ну давай смотрим. 100 армора, 120 с прочкой. Крафтится вроде так же медленно, несмотря на то, что я прокачивал, и получилось то же самое, да. Короче, его можно закриоподить, единственное, что он не хилится никакой пищей абсолютно, даже медом, несмотря на то, что он питается как раз-таки медом, поэтому мне пришлось его... Так, в смысле, имплант. Это имплант Грифона. А где твой имплант? Да-да, давай сюда. У меня осталось 14 минут. Стат у него, кстати, так себе. Во, супер. И теперь... Да, все верно, его можно закриоподить. Его, кстати, что-то дергает немного. Походу, солевой чувачок. Так. Да, все верно. Для воскрешения требуется 14 ампера. Точнее, 2. Извиняюсь, это все-таки криопод, а не имплант. Ну... Круто. На самом деле, реально круто. Скорее всего, даже можно обновить таймер. И спасибо большое подписчику, который это написал под одним из постов. Потому что если бы не он, я бы до этого не догадался. Хотел бы вас пригласить в мой телеграм-канал. Здесь я пущу всякую херню, некоторый эксклюзивный контент. Ну и видосы здесь выходят на 10-20 минут раньше. Заходите, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Так как моя изначальная цель была приручить монозавра в этом выпуске, но так уж получилось то, что я нашел Леопривродона, от такого шанса нельзя отказываться. Теперь будем приручать мозазавра. 110 уровень, почти 11 хп. Ну и бьет он довольно-таки неприятно, поэтому глушить его будет... Не сказал бы то, что очень тяжело, потому что, видите, от него отплыть на небольшое расстояние, и он уже разогревается, да, можно сказать, отстает от нас. Надеюсь, все-таки Виоларик снимет обзор на этого гения. Хотя он там вроде как занят видосом с нейросетью и все такое, как бы связанное с этим. Очень даже интересно получится, и может быть даже этот видос у него хайпанет, так как до него в мобильном арке этим вообще никто не занимался.
Вот видите, он отстает от него буквально отплыт на совсем немного. Я набил ему 12к оглушения. А его любимый килл Кибл. А вроде как Кибл Кеца, и Кибл Кеца капец как тяжело варится. Там нужно 3 консервированного прайма, точнее консервированного, даже не знаю, как его назвать, фиалиного, наверное, прайма, да, все верно. Нужно 3 вяленого прайма, вроде как 3 морковки или 3 другого овоща, я, если честно, не помню. Потому что я смотрел, это, наверное, вчера, а не сегодня. Так, ну... Все, оглушение падает, давайте достреливать уже. Иди сюда. Вообще, сегодня я бы еще хотел приручить оставшуюся водную живку. Это, естественно, мозазавр, вот его мы сейчас и тамим. Да блин, куда я стреляю? И желательно Думклиостей. Почему Думклиостей? Я очень сильно хочу проверить, фармит ли он металл под водой. И нефть, естественно. Потому что в нашем любимом мобильномарке нету лучшего фармера нефти. И все добывают нефть в основном на анкилла. Но в начале выживания, естественно, все добывают под водой. И поэтому хотелось бы проверить, добывает ли он, собственно говоря, металл или же нефть. Так, мозазавр у нас уснул. Давайте мы сейчас быстренько сгоняем на поверхность и купим киблы. У него капец как быстро падает оглушение. Я купил 6 киблов на всякий случай. 35. Очень странно. В Dota Dex я поставил 10x приручение с учетом того, что я играю в Warg Mobile. И почему-то там вместо 10x ставится 8.75. Я не знаю, как это работает. Потому что, может быть, в одиночке... Не 1x приручение, а, например, 0.75 или 0.85. И было написано то, что нужно 6 киблов кетса. И варить эти 6 киблов кетса, вы на самом деле капец как заколебетесь. Поэтому покупайте шеф-станцию, вы не пожалеете. И тем более миксы добываются, точнее они покупаются, там 200 миксов стоит 20 амбер. 20 амбера очень легко нафармить, либо через дюб на ежедневках, либо еще как-то. Естественно, можно добывать там с вулкана, с жил металла. Ну, мой любимый способ – это через хардзимку. Там падает 10 амбера, если тебе повезет. Ну, так у нас есть сохранение, то это довольно-таки быстро. Также вроде как амбер падает еще с лавки и лайтзимки. В общем, да. Сейчас приручится у нас Мезозеру. Кстати, ему довольно-таки мало уровней дают при приручении. Вроде как 110 уровень был, а по итогу он приручился всего лишь... Плюс 55 уровня или плюс 54, я уже не помню, так как там эффективность все-таки падает. И у нас есть седло-платформа. Так, он довольно-таки быстрый. Посмотрим, что будет с банданой. Блин, очень быстрый. Он, по-моему, даже быстрее плезиозавра. Кстати, да, плезиозавр намного быстрее хтиозавра, но у него кучу минусов на самом деле. Так, стамина у него тратится хорошечно. Ну, неплохо. Реально неплохо. Оказывается, нельзя топать живку, на которой стоит седло-платформа. И просто посмотрите, сейчас я еще немного потрачу стамины, посмотрите, как она быстро восстанавливается. Это просто жесть. И это реально круто. Вот, сразу по 200 и капец как быстро, чуваки. Класс. В общем, нашел 70-го Думклиостея, забыл рубить запись. Он капец как тяжело усыпляется, яркость снижу немного, потому что у него же броня, по идее, и из-за этого, походу, урон очень плохо проходит. Так, статки у него откровенно дерьмо. Ладно. Итак, то, для чего я приручал Думклиостея, собственно говоря. Да, он собирает нефть, причем он собирает довольно-таки хорошо. Если верить Дододексу, он является вторым лучшим существом, то бишь он входит в тройку лидеров по собиранию нефти. На первом месте гача. Ну, на марке нету гача, так что можно считать то, что это лучший фармер нефти всея мобильного арка. Ему, скорее всего, нужно качать только урон, но у него очень быстро тратится стамина, и восстанавливается она у него очень медленно, если честно. Ну, круто. В общем, берите себе на лайфхаки, так скажем. На заметочку берите. Очень хорошо собирает нефть. Тем более нефти в океане предостаточно. Тем более в зимнем биоме.
И еще я хочу проверить, собирает ли он металл, так как все-таки, раз он собирает камни, значит, скорее всего, он собирает и металл. Ну-ка, 146 камней, не понял юмора. Да, только камень. Ну и камень он собирает довольно-таки хорошо, практически как додик. В общем, очень классный фармер нефти, правда, пипец какой медленный даже с банданой. И капец, как быстро у него тратится выносливость, и капец, как медленно восстанавливается она. В общем, как-то так, ребят. Приручили Преврадона, приручили Мозазавра, приручили Дункле-Астея. Очередная серия, где мы приручаем только водную живку, вроде как вторая по счету. Как-то так, это была 20-я серия прохождения Ark Mobile, юбилей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в мой телеграм-канал. Всем удачи, и помни, все только начинается. Пока!